Клавдия и Владимир Савельевы ждали пополнения в семье. 30 апреля 1968 года родилась очаровательная малышка. Оленька была третьим ребенком. Родители много работали, больше времени она проводила в школе. Для нее это был особый мир, в котором она чувствовала себя как рыба в воде. Ольга всегда знала, что станет учителем. Этот путь был предначертан ей судьбой. Ну, я родилась в Малых Изюмах и живу здесь вот по сей день. Родилась, ну, в семье многодетной. У меня брат и сестра. Ну, воспитанием, как родители наши работали, поэтому воспитанием занималась в основном школа Маловизюмская, в которой я ходила 10 лет, которую очень люблю. Вспоминаю с добрым словом свою первую учительницу Тамару Дмитриевну Мальцеву, великого педагога, и учительницу математики, классного руководителя Валентину Васильевну Старкову, которая раскрыла, открыла мне мир математики. И вот именно в школе я полюбила этот предмет. Ну, просто вот, как говорится, мое я. Вот математика – мое я. Я была активисткой, да, была комсомолкой ярой, да, старалась вот коллектив всегда организовывать, старалась, ну, привить любовь. И вот до сих пор на все наши вечера встреч вот мы организуем со своей подругой, тоже учительницей Маловизюмской школы. Собираем наши вечера с нашими одноклассниками, вспоминаем годы учебы в школе. Поэтому, да, школа для нас тогда была все. Это было, ну, для нас и кит, вот я вспоминаю, по немецкому, по английскому языку. Потом праздники, шефство, помню, посещала учеников начальной школы, организовывали какие-то мы там им спектакли, праздники, походы. Поэтому я вспоминаю свое детство. Ну, счастливое детство было, счастливое. Наша героиня, несмотря на сильный волевой характер, побоялась сразу после школы поступать в институт и пошла в Московское педагогическое училище на факультет начальных классов. После школы я, конечно, не пошла в институт, я побоялась все-таки вот такой высокой ступени. Сначала закончила педагогическое училище, обучение начальных классов. Потом я все-таки пыталась и училась в институте на факультете математики, преподавания математики. Но вот в силу семейного обстоятельства я не закончила вот физмат. Но потом, спустя несколько лет, я пошла в институт, ну, в тот же МГЗПИ, потом стала имени Шолохова и закончила, уже получила высшее образование по специальности преподавания в начальных классах. Поэтому школа, училище, институт дали мне вот все в моей профессии, для моего становления. Ну и хочется вспомнить годы детства, когда я тоже играла в школу. То есть тогда я уже, по видимости, была влюблена в профессию учителя и хотела им стать. Так игра переросла в реальность. Я уже вот 26-й год работаю в школе. А так как мы проходили летнюю практику в лагере, многие годы я была вожатой в лагере «Молния» в Звенигороде под руководством Анатолия Артемовича Щербина. И вот именно работая с этим возрастом, я просто влюбилась. Еще я стала работать до поступления в училище. Поэтому вот любовь к детям именно этого возраста, когда они вот как пластилин, и вот они впитывают все как губка, именно здесь, вот в этом, в этот период с ними, ну, самая-самая такая продуктивная деятельность. Старшее звено, там уже дети все-таки сформированы, и там все-таки более сложнее работать, а вот этот возраст такой самый-самый такой яркие, и его быстрее увидеть, чем увидеть его у старшеклассников.
Поэтому вот здесь у меня был, да, опыт именно пионерской работы в лагере. Но так вот сложились обстоятельства. Мне предложили после 9 класса, не было вожатых, и, ну, предложили поработать. И я так с удовольствием согласилась, коль я вот в школе вела такую деятельность вот с малышами. Поэтому мне было интересно, и я очень там преуспела, и мы, помню, и концерты такие придумывали, и сценарии писали к праздникам, и к спортивным очень часто мы проводили такие веселые соревнования. Ольга не ошиблась с выбором профессии. Она и сегодня помнит свой первый класс и первый урок. И 43 пары внимательных детских глаз, следящих за каждым ее движением. Она всегда любила детей, а они отвечали ей взаимностью. Именно поэтому ученики Ольги Владимировны с любыми предметами на «ты». Это была школа Москвы, 712-я школа в Кунцево. Детей было 45 человек. Класс был весь завит учениками. Была маленькая такая доска. Ну, очень скромный такой класс, потому что только стояли столы. В общем, шкафов там не было вообще, так как ученикам негде было сидеть. Но я вспоминаю, что дети были очень дисциплинированные, хорошо занимались, такие способные. И у нас проблем не было. Мы ходили в кинотеатр Кунцево, я их построю, без родителей. Мы идем через железную дорогу, потом пойдем в кафетерий, кофе попьем. И вот такой вот веселый у нас тоже такая была жизнь. Ну, а потом вот перешла сюда, в Большевиземскую гимназию. Но перейти, потому что, ну, был маленький ребенок после декрета. И вот пришла вот как раз моя первая учительница. Она работала уже в той Большевиземской гимназии. Ну и сказала: Оля, место есть свободное, пойдем туда работать. Ну и я с удовольствием согласилась. Ольга и Валерий познакомились случайно. Роман был бурный. Вскоре молодые люди поженились, и наша героиня решила оставить учебу в институте и посвятить все время семье. Вскоре родилась дочь Татьяна. Ну, с мужем познакомились мы тоже у знакомых. Ну, вот тоже любовь. Потом у нас ребенок Татьяна родилась, которая тоже закончила Маловеземскую школу. А сейчас заканчивает наш Одинцовский университет по специальности юрист. Да, но она сама уже мама. Да, воспитывает ребенка 3 лет Никиту. Ну, живут не с нами, живут в Можайске. Но тесная связь. Мы поддерживаем единой семьей. А муж занимается, ну, дополнительно, как бы, ну, работает. А так вот он мне очень, конечно, помогает в моей работе. Но мы вот также проводили так статистику, что мужья учителей, это, в общем-то, они становятся нашими союзниками, нашими соратниками и помогают нам во всем. То есть вот у большинства наших вот коллег. Поэтому и в деятельности моей вот в шахматной, и вот мы с ним много тоже и вот играем в шахмат, рассматриваем какие-то позиции, потому что я в шахматах не ас, но вот он мне вот помогает. Ну, а так вот он увлекается мотоспортом, ну, на мотоцикле гоняет. Вот. Иногда меня катает. Страшно? Ну, нет, страшно, но адреналин. Чем поразил? Но своим немногословностью. Немногословностью, поэтому как бы всегда противоположности притягивают друг к другу. Я люблю много говорить, так как в школе это требует от нас профессия. Ну, а вот муж молча принимает и помогает. Нет, не упрекает. Наоборот, он даже мне вот всегда вот поддерживает. Всегда поддерживает. Так что, ну, будем так говорить, что и благодаря ему тоже все-таки вот в профессии я состоялась, потому что всегда была поддержка. Ольга Владимировна всегда была на шаг впереди своих коллег. Ей хотелось открыть что-то новое, увлечь детей в мир знаний, научить их чему-то особенному.
Так и произошло. Шахматы появились в ее жизни неожиданно, но прочно поселились в сердце нашей героини и всех ее учеников. Сегодня в школе в хорошем смысле слова болеют шахматами. Никогда не утомляет, всегда с вот интересом, всегда с вот такой жизненной активной позицией. Всегда что-то придумываю, то есть вот такое мое кредо – учусь вместе с детьми. То есть вот не я их учу, а мы вместе учимся. Где я и где я у них учусь, где вместе мы постигаем азы. Вот особенно в этом плане мне система Ильконина Давыдова – это очень сложная система обучения, развивающая. И ее, конечно, ну, стараются не брать, потому что сложная. А так как у нас был широкомасштабный эксперимент, и вот эта программа была мне предложена, я согласилась, и я 4 года вместе с ребятишками осваивала эту программу, и теперь знаю, что это самая лучшая, но да, действительно самая сложная программа, и не все дети, конечно, по ней могут заниматься. Но это был скачок вперед, развитие такое было супер на этой программе. Ну, а сейчас мы тоже вот на этот год собираемся брать «Планету знаний», новая тоже программа по начальной школе. Ну и думаем, что там тоже много нового, и будем также осваивать с малышами эту новую программу. Люблю, знаете, вот все новое, всегда хочу как бы испробовать, испытать, понять. Поэтому и вот деятельность шахмат, она для меня стала тоже вот такой тропинкой. Я расскажу историю, действительно такая очень хорошая. К нам пришел кандидат медицинских наук, наш житель института, улицы института, больших везем. Он был дедушка моей ученицы. Он пришел и предложил в шахматы просто вести кружок у детей. Ну и я согласилась, я говорю, ну почему бы и нет, всегда нам нужны помощники. И вот Виктор Яковлевич 2 года ходил, дети занимались, а я всегда была рядом, и я наблюдала. И я сама шахматы не знала, и вообще даже для меня это было, ну, ходы. Я даже не могла представить, как это все проанализировать, как это сопоставить. И вот Виктор Яковлевич, ну давайте я вас научу, Ольга Владимировна, давайте. Ну и я тоже, ну, стала, вот изучила название фигур, как ходят. А дома вот с мужем стали как бы мы проигрывать эти партии. И потом, значит, школа у нас по бадминтону есть, в Одинцово. Леонтьев Владимир Иванович руководит этой школой. Ну, а он нам предложил как бы официально оформить, чтобы, ну, от школы как бы его занимались. Вот. Ну, и предложил мне, говорит, Ольга Владимировна, ну, а вы-то сами давайте попробуйте. Вот сейчас малышек наберете и вместе с ними, ну, давайте. Ну, и как-то я говорю, ну, давайте попробуем, получится, получится. И вот мы взяли программу Карпова Анатолия. Ну, программа для начинающих игроков. И со своими малышками первого класса мы стали осваивать эту программу. Да, потихонечку, да, вот шаг за шагом. Я привлекла к работе своего выпускника Андрея Крокова. Он у меня был самый лучший шахматист из вот моего выпуска этого. И он стал помогать. И вот так вот вместе с, как говорится, единой командой мы стали учиться играть, потом малые турниры проводить, потом уже Голицынский округ привлекать, потом из Одинцова. И вот, но самое главное здесь было, что они каждый день, мы купили большой стол шахматный, и каждый день обязательно вот на этом большом столе разыгрывали партии. То есть не, это не было не шахматное занятие, просто перемена. И вот ребята подбегут, и вот главное нужно было их вот сюда как бы притянуть, к этому столу. Уже тогда у них были телефоны, я говорю, нет, телефоны нам не нужны, зрение портим, давайте к столу, давайте обсуждать. И вот так как бы вот магнитом сюда потихонечку, сначала мальчишки, они более деятельные,
А сейчас уже у меня 4 класс, уже все девчонки, все играют. И я им говорю, ну-ка, уже звонок звенит, а они здесь играют, все у них идет, значит, партия такая. Я говорю, ну-ка, но она еще барданится, быстро по местам. Подождите, подождите, вот мы еще сейчас ход сделаем, подождите. Я говорю, нет, 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 вы оставьте эту партию, звонок потом прозвенит, на перемену придете, доиграете. То есть вот это магнит такой, сила заставляла вот как бы играть их, и они вот так все научились. И вот эту деятельность я в школе своей так развила. Я каждого учителя подбила на это. У каждого в классах столы шахматные. А каждый, значит, ведет эту шахматную деятельность. И вот сейчас у нас будет турнир шахматный. Ну, мы проводим его сейчас просто в рамках школы. Почему? Потому что у нас всегда очень много желающих. Потому что нужно поддерживать вот этот интерес. Поэтому у нас и грамоты, и медали, и кубки, сюрпризы, подарки. И вот этот интерес, вот на этом интересе всегда. И вот идет вверх, вверх. Поднимаются дети, изучают. Хотя вот я говорю, что я сама не ас, не вот, чтобы вот сейчас я партию там сыграю и поставлю мат там в три хода. Нет, конечно, нет. Но а дети в этом и, как говорится, преимущество развития, что дети должны всегда быть лучше своих учителей. И вот здесь они, конечно, в этом преуспели. И я сейчас сама вот у них учусь. Ольга Владимировна неоднократно становилась победителем различных конкурсов профессионального мастерства. В 2008 году наша героиня получила грант президента, а в 2012 завоевала 3-е место на областном конкурсе «Сердце даю детям». Для Ольги это самая ценная награда и высокое признание ее труда. Вот, конечно, победа – это самая такая значимая. Это победа в конкурсе «Сердце отдаю детям». Это конкурс педагогов дополнительного образования. И я решила участвовать сначала в районном конкурсе. Но когда я прочитала положение и только вот закончила читать, у меня сразу возник конспект открытого занятия. Поэтому я сразу была уверена, что мне надо участвовать. Потому что я знала, с чем мне уже выходить на это мероприятие. И я подготовила программу, подготовила это открытое занятие. Ну и достойно выступили мы с учениками в Одинцово, когда мы показывали защиту нашей вот этой образовательной программы «Шахматы в школе». И я заняла 1-е место. А так как 1-е место гарантирует выход в областной конкурс. Ну, я сначала тоже отнекивалась, но как-то такой высокий уровень, такая большая ответственность. Но мне помогли тоже и вот Владимир Иванович Леонтьев, силу вот, вселил в меня надежду, уверенность. Потом Эльвира Серафимовна, это заместитель директора нашего эстетического центра города Одинцово. То есть они мне тоже вселяли такую уверенность. Ну, Ольга, давай, попробуй, получится. Ну, и я вот и с желанием, и вот с поддержкой своих коллег я вышла на этот конкурс. И там заняла 3-е место. Это было впервые в Одинцовском районе, когда вот учитель, да, вот педагог дополнительного образования дошел до такой, ну, высшей ступени. Хотя, когда я была на конкурсе, я говорю, ну, шахматистов точно не будет. Но нет, мы встретились на ринге с шахматисткой из Зарайского района, женщиной уже за 70 далеко, которая написала программу для малыша, для 4 лет. Ну, это действительно талант, но она шахматами занимается уже 30 лет, поэтому она, конечно, преуспела. И я, конечно, вот во все глаза вот, вот смотрела на нее, общалась с ней. Мне вот в этом конкурсе именно что даже вот я встретилась с таким талантливым педагогом именно в области шахмат. Ну и этот конкурс, конечно, тоже поднял меня на достаточно высокую ступень. Наша героиня смело идет вперед, у нее большие планы на будущее, и все они непременно будут реализованы. Поддержка семьи, коллег, друзей и любимых учеников всегда с ней. И именно поэтому ей по плечу многое.
впереди. Я всегда такой ищущий человек. И я уже вот свои коллеги, подруги, я так самым сильно говорю. Так, ну что следующее? Какой у нас будет следующий путь? Что новенького мы набираем? Первый класс. А вот с чем сейчас мы будем работать? Ну, однозначно говорю, что шахматы мы оставим. И вот говорю, что шахматы действительно сила. Сила ума и воли. И в школе нужно научить этой игре, именно в школе. Не так вот посадить и учить, вот как мы математику, да, решать примеры там, а именно вот таким приемом. Поставьте большие столы, купите шахматные доски, пусть они сначала лежат. Они сначала, может быть, будут ходить вокруг, потом, может быть, возьмут коня и как пистолетиком поиграют, но потом они возьмут и будут ходить. Даже сам учитель может и не играть, и не знать сам игру, но найдутся все равно из класса 1-2 человека, которые знают, как ходит конь, как ладья, и они покажут другим. И вот потихонечку это будет вот привлекать всех ребятишек в эту игру. Поэтому шахматы однозначно. Ну и, конечно, хотелось бы, ну, что-то новенькое, может быть, спортивные какие-то игры будут. Потому что сейчас вот новые образовательные стандарты, они раскрывают большие возможности перед педагогами. Дополнительное образование все-таки раскрыто в полной мере. И я думаю, что вот кроме шахматов мы возьмем и другие какие-то интересные виды спорта и будем претворять это в жизни уже с другими учениками. Если не я, то кто же, если не я? Ну вот... Этому я всегда руководствуюсь. Мне иногда содергивают, да зачем, ну куда, вот зачем ты вот лезешь? Я говорю, ну а кто же, если не я? Кто же, если не я? Поэтому это всегда здорово. Это всегда все-таки, ну, как говорится, мы не ждем финансов, чтобы вот, ну да, нам никогда, в принципе, в школе, чтобы такая большая зарплата, она не была. А самое главное, благодарность учеников, благодарность родителей, что наша работа, она всегда востребована, всегда нужна.